Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и то далеко разбавил симулятор. Да, дошла игра наконец-таки до моих рук, брал ее давно, и интересно, хочется поиграть, люблю различные такие, знаете, игры с, скажем так, с выдумкой, да. Почему бы, собственно, и не попробовать? Ой, посмотрите на его рожу, рожа, конечно, забавная. Блин, вот тут можно как-то делать топ-кадры, я думаю, мы с этим, друзья, разберемся уже непосредственно в игре. Давайте-ка посмотрим, что у нас по звуку, мне кажется, потому что она довольно шумная. Давайте-ка вот 60, если что, скажете потом на записи сделать, ну, собственно, ну, в комментариях напишите, сделать громче, тише и так далее. Думаю, с этим мы разберемся. Так, управление, управление. Так, что у нас тут, буковки, покинуть бит, включить свободную. О, свободная камера, это важно для превью, нам пойдет. Круговое меню. Так, 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 так. Покинуть битву. Так, ускорение движения камеры. Так, пауза. Т. Понятно. Понятно. Разобрались. Так, в принципе, можно стартовать. Давайте-ка компания. Компания, что мы здесь видим? Вступление, приключения, испытания, династия, эпоха. Возрождение. Не секундочку. Пираты, жуть, симуляция и дикий запад. Так, давайте. Ну, вступление, еще бы, собственно, нет, ни разу не играл. Дубины, так, копья. Нормально, слушай, давай начнем с дубин. Давай, давай начнем с дубин. Так, что надо? Победите синие команды. Хорошо. Хорошо. Так, свободная камера. Так, вижу. Работаем. Пауза. Пауза не работает. Ну и ладно. Видимо, сейчас она просто не работает. Так, нам нужно победить. У нас 600 денег. Денег. Так, 70, 80, 120. Ну, по идее, щиты, типа, круто, не? А, подожди, а что это за... Что это за пацаны такие? Подожди, а у них оружия нет. Это как? Это как? Ой, только не говорите, что вы будете бежать, слышь? Что вы делать будете? Вы что делать будете, ребят? Вы как будете с ним биться-то? Ну, давай посмотрим. Так, где стартовать битву? О! О, могу так, да? Так, пауза работает. Как будто воспалились чем-то. Ладно, ну, ну. Мы тупо щитами бьем ребят с дубинами. Опа, это было быстро. А это было быстро, неожиданность. Так, стоп, как их убрать всех? Опа, можно вот так, отлично. Так, дубиноносец. Дубиноносец. Почему это так смешно звучит? Дубиноносец. Ну, нас тут наших, по идее, больше. Ну давай, файт. Какие держачные, не могу. Блин, нравится, люблю такую рисовку смешную. Так, ну мы победили, все. Нет, не победили еще? Так, ну все, один остался. Два осталось. Два. В полете парень мяч ловит. Ой, ля, слушай. Как футболист, как вратарь отбивает мяч, да. Ладно, продолжаем. Так, и... А чё вы? Вас пятеро, вы... Вас трое, три... Сколько вас? Подожди. Два на одного, давай. Давай, 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 давай. Давай. Проблема. Так, дай-ка сюда. А, я думал, я сам смогу. Ну да ладно, ладно, хорошо. Хорошо. Он так ее как будто сильно пустил и удержать не может, она просто летит в него. А у этого что? У этого какой-то прям экстаз. Я, может, его возьму на прививку куда-нибудь в какую-нибудь игру. Ладно, хорошо. С дубинками разобрались, окей. Победа. Здесь победа, окей. Тап, чтобы продолжить. Продолжим. Продолжим. Нравится пока игра. Ух ты, ля. Так. Это кто? Победить синюю команду. Копья. Вы их кидаете или вы с ними бежите? Давайте проверим. Только не кидайте, я вас прошу. Они кидают, но у нас щиты. В смысле, у вас щиты? Давай-ка так попробуем. Давай, давай, давай. Опа, 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 пошел, 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 пошел. Ладно, давай сам. Так, а те что стоят? А те что встали? Подожди, а эти что не подходят? Давай, давай. Давай, давай, давай. Ой, хорошо. Пошло, 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 пошло. Нормально, все, раскидаем, раскидаем. Вообще на изи раскидаем. Ладно, хорошо. Тут нет, тут реально хорошо. Получается, все. Победа. Довольно просто. Какой ты смешной. Мне нравится, как это нарисовано, реально. Конечно, вот видно полигон, или как это правильно называется, но, блин,
Это довольно забавно. Вот это тоже забавно. Ладно, давай тап. Так, что это? Это кто нахрен? А что это за силачи такие? А вы кто? А что вы делаете? А вы больше? Или мне кажется? А, вы просто сами по себе разные. А это кто? Шаман, что ли, какой-то? Короче, ладненько, давай думать. Ух, тут придется это, наверное. Дальнего боя у нас в виде копейщиков нету, можно без защитников. Ну давай-ка, сколько мы можем? Сколько они стоят? 70, то есть 10 здесь? В смысле? Ну вот, 10 здесь. Тихо, хочу красиво. Да что ж ты ставишься криво. Ладно, пошли. Давай. Смотрим. Эта музыка какая классная. В смысле? Бей этого, бей шамана. А все, шаман, все. Ой-ой-ой. Ясно. Кастанул так кастанул. Всех раскидало. Так, если всех раскидывать так быстро, нужно что-то придумать. Нужно их либо растянуть максимально, либо я не знаю. Но у меня только три отряда, повторюсь. Только три отряда. Ладно, хорошо, давай. Щит от этого дела не спасет. Попробуем копейщиков. И это все? Ладно, пошли, давай смотреть. Смотрим. Надеюсь, получится. Ой, хорошо, слушай. Ой, блин. Ну, ё-моё. Не, плохая идея. Ой-ой-ой. Сколько же камней висит. Кидай. Не, они не смогут. Не, как ты так скосил, господи, чё ж ты такой косой? Ну, таким камнем по башке, да. Это сразу. Так, ладно, хорошо, слушай, уже нравится, люблю такие задачки. Давай-ка вот так вот. Потом вот так вот. Потом вот так вот. Так, теперь здесь кого-нибудь на отвлечение. И чисто сколько хватит. Так, 120, да? Погнали. Я опасный враг. Есть! Минус. В смысле? Не, ну идет же! О, копья полетели. Отлично. У нас и дубинки. Ё-моё. Копейщики, давайте. Есть! В руку попал. Все, хана. В руку, не в колено. Все равно конец. Я думал, он отъехал. Все, победили. Я хочу видеть твой взгляд. Взгляд бойца, взгляд убийцы просто. А как это выглядит через щелочку? Ну-ка. Ой, ля, какой же он агрессивный. Не, посмотри, какой агрессивный. Агрессивный черепок. Агрессивный, говорю. Прям очень агрессивный. Ладно, хорошо. А, так, это что у вас тут? У вас тут пацаны с щитами, я вижу. А чё вас так много? Так, в каждом видно злой взгляд. Так, ладно. Ну, нас добавились камни-метатели, может быть, так и надо? Типа, просто их используем. Вряд ли щит спасет. Кинетическая энергия... Ой! Так, понятно. Ну а дальше все, дальше нам пипец. Ясно, понятно. Ну все, разрывают. А они что, одноразовые, что ли, я не понял? Давайте мы сделаем более свободный строй, я не знаю. Сначала кинут эти, потом те, которые сзади. Ну, во, уже лучше. Так, побежали, беги! Туда вот. Куда? Вот туда, давай.
Ой, хорошо. Побежали, побежали, бежим, бежим. Господи, ты же не упадешь. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. 4 секунды, 4 секунды. Так, у меня 4 секунды. Ты можешь бежать? Там мне зомби. Нет. Плохая идея. Плохая идея. Ладно, хорошо. Вы будете стрелять по очереди друг за дружкой. Первый. Второй, третий. Пошел, 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 пошел. Так, отходим. Отходим, 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 отходим. А, дай, подожди, нет. Че, минус? Минус или нет? Ты готов? Да, он готов. Ой, тут мясо. Господи, где этот несчастный? Его даже не видно нормально толком. Ну все, это конец, это конец. Подожди. Подожди, ладно, хорошо. Чисто, чисто вот посмотреть, что будет, давай. Ну вроде как да, но... Давай-ка вот так вот, мы нарушим их строй. Раз, два, три, четыре. Потом мы их... Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так, отлично. И раз, два, три. Не получится. Ладно, давай так. Давай так. Нарушаем строй. А вы вообще будете стрелять? Не вариант. Плохой вариант. Грустненько получается. Грустненько, 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 грустненько. Тап. Так, а если мы сделаем вот так вот, да? Этих вот подальше. Этих вот сюда. Так, раз, два, три, четыре. Мы их сделаем подальше, специально растянем. Так, раз, два, три, четыре. Так, и... Раз, два, три. И еще, внимание! Математические вычисления в голове тяжело. Забыл, как думать. Так, все. Пошли так. Сначала камни, теперь копья. И пошли пацаны. И пошли пацаны. Ёлла, пошли пацаны. Ага, конечно, пошли. Вообще не танканули. Вообще не танканули. Хорошо, есть еще вариант. Мы можем взять чуваков с щитами. Не, это слив. Это слив. Следующий заход. Мы берем. Раз, два, три, четыре. Здесь ставим. Раз. Раз, два, три, четыре. И здесь делаем вот так. Твоему в затылок дал. Серьезно? Так, щитовики, танкуйте. Щитовики, танкуйте, щитовики. Вроде только начало игры, а уже проблемы, слушай. Хорошо. Чисто по фану. Просто стена щитов. Стена щитов, говорю. Давайте, пацаны, я вас верю. Я вас верю. Хопа! Все. Пошел бой. Сейчас эти с фланга зайдут. Вы же зайдете с фланга? Да, зашли с фланга. Отлично, зашли с фланга. Да, отлично. Нет, не зашли с фланга. Нет. Нифига себе, вы на одного налетели. Толкучка пошла. Толкучка пошла. Ой. Ой. Не могу смотреть больно. Смотреть больно. Стоп! А костяной маг откуда появился? А он был раньше до этого? Он сейчас как кастанет, там всех разнесет. Давай. Хопа! О! Сейчас только поставим получше, и будет хорошо. То есть ставим здесь, ставим здесь, ставим здесь, ставим здесь, ставим... Нет, это что-то как-то так. Вот здесь ставим, здесь ставим, здесь, все. С разных точек, по идее, должны. В разные направления. О! 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 Что-то я их не заметил. Блин, а фига вы имбовые. Фига вы имбовые, друльки. Фига вы имбовые. Он так страшно смотрит на меня. Ужас, ужас. Я их не заметил. Я их реально не заметил. Так, следующий. А это кто такие?
Так, стоп, секундочку. Главное меню. А это точно у нас то включилось-то? Так, компания, ведение. Ну да, называется «Привет». Странно. А почему у меня голожопцы, а у них чуваки из каменного века, походу? Ой, из... Ну, из средневековья, феодалы, короче, феодалы. Сейчас я кофе бабахну и продолжу. Так, смотрим, кто это вообще? Так, ну это мясо. Так, дай свободную камеру. Так, ну это мясо по-любому, это какие-то зомби непонятные. Ой, какой серьезный. Это что такое, это что такое? Ой, какие бы серьезные все. Так, тут кто у нас? Так, у нас один дерганый. Один, не знаю, на руку что-то залип свою. Ладно. Ладно, хорошо. А что делает вождь? Ну ты отбитый парень. Ой-ой-ой, надлетели-то как, а? Это маленькие пуджи. Маленькие... Ох ты, ё-моё, маленькие пуджики. Так, понятно, все. Это слив. Мамонт? Типа осадная машина? А я мамонта не могу, а он дорогой. Хорошо, давайте вождей. Давайте этих ярлов сюда мне. Ой-ой-ой-ой. Блин, прыгают как жабки, как маленькие жабки. Давай, руби топорами. То ты красава, то ты красава. А это не я так само получилось? Да нет, чувак, ты красава, это так получилось просто. Я про тот, который вот так смотрел. Так, хорошо, что это? А почему вы все, не типа ваша броня? Вот сейчас можно мамонта. Нифига ты огромный. Давай, дружище. Нет. Ух, ни хрена себе, что творит. Нифига себе, Салли. Давай. Давай. Чем они кидают в себя? Что за склянки? Ох ты, как я поймал. В смысле ты выжил после этого? Это же мамонт, это слон, да еще и шерстью. Огромный, огромная детина. Что-то он позеленел. Давай, добивай, добивай, давай. Два осталось. Красавец. Тоже такой стесняшка. Тоже стесняшечка. Хорошо, слушай. Слушай, а мамонт-то танчит, вообще хорошо. У них нету рейндж бойцов. Но с мамонтом, наверное, просто будет. И, короче, если что, берем мамонта. Мы делаем вот так, мы делаем вот так, мы делаем вот так, делаем вот так. И скажем защитников. Все. Во! Во! Тактика пошла. Тактика и магия. Нифига. А что всех подкинуло-то? Ну это все, это слив, пацаны. Ну им. 12-й вин. Победная катка. Победная катка, ж говорю. Все, победная катка. Победная катка, все. Прям в шею, что ли, попало ему. Не завидую. Так, это синокосцы какие-то или что это? Секунду. Так. Серьезные пацаны. Так, пацаны со склянками. Так. Они отравляют, наверное. А вот эти что хотят? Ладненько, ладненько. Ну давай кого-то, я не знаю. Таких вот. Таких вот. Таких вот. Таких вот и вождей, которые потом войдут и всех разнесут вообще. Погнали. Ой, нифига, 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 смотри, чё, хоббиты выбежали. А чё так, так тяжко-то? Там эти сволочные хоббиты. А это хоббиты или кто получается? Ну не дети же. Тихо. Слышь, ну мы еще можем, мы еще можем, мы еще можем. У нас друид остался. Все, нет друида. Аня, ты что остался? Я не понимаю, их дамажит это или нет? Что это такое? Что это такое? Давай еще раз. Нет, не захотел. Хорошо, мамонт в деле, скилл на пределе.
Мамонт пошел. Ну-кась. Что будет? Давай, разорви. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Красавец, красавец. Ой, все, танцулька пошла, танцулька пошла, танцулька пошла. Жопа их сносит, господи. Не, нормально, нормально, по идее, нормалек. Ну, давай, давай, опа! Ну, один остался, да бивнем его на! О, как, лапкой как. Как фигурное катание, смотри. А это кто такие? А, полурослик. Фермер. Сеновал. Торговец зельями. Косарь. Тачка? Что за тачка? А, уже не купить. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Слились толком не начавшись. Нормально. Нормально. Слив так слив, нормально. Но зато колбочками вон кидает наш, смотри, парень. А они друг с другом бьются или что, не понял? Короче, понятно, все, ему хана, не хочу смотреть на то, как его разбирают. Пугало, что за пугало? Ух ты! Это рейндж ДД у нас пошел. Все, ему хана. Курлык, курлык, все. Не, ну это прям что-то жесткие они. А тачка что делает? Ну-ка. Смысл в ней? Подожди, стой, подожди, а дай-ка еще раз, подожди, стой, подожди. Давай, с разгона, пошел. Он вокруг катает. Вот эта штука интересная. Катает вокруг, тут еще кидает камни. Нифига себе, что тачка творит. Вот бешеная тачка. Охренеть. 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 Неужели сейчас растолкает их все? Так, я понял, хорошо. Хорошо. Мы сейчас, так сказать, вызовем удар на себя фермерами. С вилами. А потом тачка как войдет, и все. Все, пока они заняты фермерами, тачка раскидывает. Ну во, идеально, идеально. Смотри как, а. Во, 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 не по... Ну шо ж ты рука жоп косой такой, а? Ну вот как так, а? Ой, а вы уже свалились туда все, да? Такой невозмутимый взгляд. Так, ну это просто не повезло. Это просто не повезло. Ща будет тактика. Ща будет тактика. Так, врываются эти сначала, да? Потом вот эти. Все. Тачку подальше. Тачку подальше. Рано слишком. Нужно, чтобы, у нас, чтобы она в конце бы доходила. Так, пошли мелкие. Хоббиты. Хоббиты в бой. Отлично. Теперь тачка. Во. 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 Стало поприятнее, правда? Так, отлично, отлично. Так, тачка, не свались, я прошу. Давай, 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 дави их. Тачка, тачка, нет. Да куда тебя? О, господи. А что это такое? А это там секретик? Нет? А что это тут у нас? Дверь какая-то? Интересно, интересно, интересно. Ладно, продолжить. Да. Будет интересный бой. Это будет интересный бой. Так, а вот косарь что делает? Ну-ка. Прям ровно трех можем взять. Наверное, у него большой радиус атаки. Нифига себе, он, слушай. Он стал по не церемониться. Что, так просто было? Да он вообще лютый. Вы вообще лютые, ребята.
Как вы это сделали? Тачка не смогла сделать, они смогли. Лучники. Лучники, да? Серьезно. Лучники и... барды. Но здесь, пацаны, тачка. Тачка, хочу тачку. И хочу потом, чтобы пришли пацаны и просто всех разорвали. Так, тачка, поехала, поехала, поехала. Ой, хорошо, колбасит-то ее, как надо, как надо. Все как надо, все как надо. Своих не сносить, чеканутые, господи. Ты, о. Так, ладно, хорошо, 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 хорошо. Хорошо, давай по-другому, давай по-другому. Они в нас будут стрелять. Нам нужно сразу, резко, просто резко войти, минимизировать дистанцию. Первый идет тачка. Это 100%. А вот дальше. А что Синовал делает? Дай посмотрим. Я так и не понял, что он делает. Это типа бойцы, милишники и мечники, только с палкой и с сеном вместо брони. Так. 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 Все, минус тачка. Минус тачка, тихо. Он ожил. Чувак с тачки живой. Чувак с тачки живой. Вставай, 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 вставай. Ща кулаками раздавит просто. Все, пошел, пошел. Это он за тачку мстит. Мстит за тачку. Это сейчас прыгнет? Не убегите, не убежите, не убежите, не убежите, не убежите. Все, 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 все. Все. А этот что? Давай! Туда, 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 туда. Давайте, догоните его. А что он убегает? Ты же такой крутой, бар, давай. Давай, удочкой по сраке ему. По жопке, по жопке. А когда это у нас уже катапульты появились, слышь? Оруженосцы, катапульты. Когда это у вас уже появилось такое страшное? Тачка самая лучшая. Погнали! Ё-моё! Одну тачку сразу разобрали. Но мы её толкать можем. Ой, все, перевернули, да неужели? Все. А что ты теперь сделаешь? А ничего ты теперь не сделаешь. Все, разобрали катапульту. Тачка, давай. С разгона. Тачка это тема. Да, пацаны? Тачка это прям вообще хорошо. Тачка прям вообще супер. Тачка супер. Ну а чё уж, ну слушай, ну блин, гулять так гулять. И мяса много. Это чё такое? Это чё такое? Они вы хилят что ли? Вы хилитесь? Хоббита быстрее! Все, 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 мясо идет, ну в смысле в большом количестве. Все, пошла пехота, пошла пехота, пошла пехота, давай. Давайте, короля, прыгайте на него, давайте, просто закидайте его, давай. Ша, и король силен-то. За плечо схватился. Давай, давай, давай. Поражение? А ты не офигел ли часом, парень? Че ты такой крутой? Ладно, хорошо. Мы этих не пробовали. Это просто... Не, мы пробовали, но я не понял, что они делают. Это рендж или у них просто эффект накидывается? Или... Типа они, там, не знаю, урон хоть наносят какой-нибудь? Вроде все еще живы у них. Какой-то фиговый рендж. Какой-то фиговый. Нет, смотри, один отъехал. Один отъехал. А толку от того, что я сейчас поливаю его зеленкой? Все, его хилить начали, его хилить начали, все. Все, 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 все. Все, давай вот так. Просто мясо. Просто все, стена. Просто стена. Стена, все. У вас нет шансов. У вас нет шансов. Сдавайтесь. У вас нет шансов. Надо вот с вами разобраться. Кастуют и кастуют, смотри, а. Не, все, нас все разберут, нас разберут, нас разберут, разберут нас, разберут, разберут, разберут. Разберут-то нас. Давай вот так. Прям, чтоб хорошо. Прям, чтоб много было.
прям сражение было грандиозное. И сошлась великая армия у ворот сей замка. Блин, чувак с вилами Геральта победил. Как, вот этого победить не может. Давай, 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 давай! Просто уже гора образуется. Не, ну это как-то прям... Да неужели? Все. А вот это все теперь. Сык, он радостный, то, что короля загасил. Слушайте, просто крестьяне с вилами. У них это получилось. С ума сойти. Так, ну тут уже сложно. Тут уже и барды пошли, и оруженосцы пошли, лучники, целители, рыцари, катапульта. Ну и, конечно же, тот король, который у нас был. Я думаю, друзья, на этом мы закончим. Сейчас я посмотрю, сколько там осталось. Просто если это половина, то закончим. Если это больше половины, то продолжим. Давай-ка посмотрим. Зайдем во вступление, введение. Так, король... А, ну это, грубо говоря, половина. Да, это, грубо говоря, половина. То есть тогда получается в следующей серии, если эта игра зайдет вам, потому что мне она зашла, в принципе, я хотел бы в нее еще поиграть. Вот этот Total Accurate Battle Simulator прям зашел. Тапс, сокращенно. Тапс, тапс, тапс. В общем, эта игра, я думаю, будет на канале выходить, но не знаю. Посмотрим на вашу активность. В общем, на этом, друзья, мы заканчиваем. В описании под видео будет ссылочка на плейлист с данной игрой, ссылочка на другие игры, на плейлист со смешными нарезками со стримов, ссылочки на социальные сети и так далее. В общем, с вами был Кисель, дорогие друзья. Всем до встречи и пока. Пока-пока. Увидимся с вами мы завтра. До встречи.